Всем доброе утро. У нас время 11 час. Мы пытаемся включить телевизор, YouTube. Маша, что, не получается у тебя? Папа сегодня у нас на работе, а включить некого. У нас тарелку отключили, то, что мы забыли, что надо было оплачивать. Ну, что теперь? В следующем месяце только оплатим. А дети ревут, мультики хотят. И вот Маша пытается YouTube включить. Включила. Сейчас тебе включат мультики. Сейчас. Там мне Марина с Ваней сидят, ждут мультиков. Я затопила печку, сейчас будем кушать варить. Тут белье уже собрала, надо перебрать его уже. Все чистенькое высохло. Сейчас по шкафчикам разложим. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Так, что буду варить? Здесь поставила, хочу наподобие плова что-то приготовить. Ну, каша рисовая с мясом. А это я залила 3-литровую банку молока. Хочу суп молочный детям сварить на домашнем молоке. Ладно, готовим. Василиса, Вася, Вася, я подмела полы, сейчас попозже протрем, игрушки опять перебрали на столе, тут все убрали, девочки полки свои прибирают, да все, уборку делают, так, цветы надо еще полить, и станок опять кто-то у меня трогал для вышивки, ладно, делаем дальше уборку, я еще кушать готовлю. Так, что варю кушать, тут у меня рис варится для плова, рисовый суп молочный, а здесь разогреваю борщ, хотим поесть. Так, наложила маленьким борщ, сейчас будет кушать, и майонез сейчас положим. Помешай. Потом, давай тебе положим майонез. Мариночка, будет борщ кушать? Да. Твоя с русалочкой тарелочка. На, майонез свежий сделать. Оксана, тебе ложить майонез? Да. Марина, бери вон ложечку. Сейчас хлебушек еще принесу. Так, убирай отсюда пока. Пока мы кушаем, ты прекрасно знаешь, что ничего такого мы не ложим. Мешай. Ванюша, иди кушай супик. Все, Марина, приятного аппетита. Все, пусть кушает, а я пошла дальше готовить. Так, положила второе. Марина, вот там тебе второе. Оксане, и тут еще кому-то, тут Катя с Машей положила, Ваня так и не хочет вредничать, девочки у себя вот там уборку навели, полочки прибрали, да, это вам с Катей кушать, давай садись. Мама, я задвинулась. Давай сначала ты, Марина, весь супик скушаешь, хорошо, Оксана, вкусно? Угу. Приятного аппетита. Все, давайте, кушайте. Мама, вот, все, скушайте, и потом мультики мама вам включит, хорошо? Где? На телевизоре. У нас, блин, отключили триколор-то. 1500 платить надо, но пока сейчас не до него, поэтому не подключаемся нынче. Да, пока сейчас приходится так обходиться. Ну ладно, что теперь. Приятного аппетита. Также еще сварила молочный суп рисовый. Положила масло и пусть стоит, настаивается. Всем еще раз здрасте. Я пошла к мужу на работу обед отнести. Он недалеко у нас от дома живет. Фу, работает. И надо отнести ему обед. Он сегодня на сутках. У меня сегодня дети с утра уже погуляли. Покушали. Сейчас вот кушают. Ну, обед у них. А потом буду спать уложить. Пока вот они кушают, я пошла быстро мужу отнести обед. Все сварила. Теперь мне надо заняться сегодня переборкой бисера.
Мне надо Оксане, Свете, Маше, Кате и Марине, короче, поделки сделать. И Ване в садик, в школу, к Пасхе. А у меня есть деревянные заготовки пасхальные. Я хочу их вышить. Надеюсь, успею до 25-го. Очень надеюсь. Но постараюсь. Я вчера уже одну, кстати, начала, потом приду домой покажу. Ладно, идем. На улице такая, ребята, погода чудесная. Вообще классно. Положила ему плов и хлеб. Больше ничего не стала ему положить. Что он на сутках? Там чай, он сказал, есть сахар, есть. Все вроде есть, только это на... Вот сейчас отнесу, пускай ест. Если что-то надо будет, так позвонит, потом Егорку отправлю. Сама уже не буду ходить. Сейчас Егорка просто кушает, поэтому не стала его отправлять. Решила сама прогуляться. А то из-за печки постояла. Аж ужас какой-то. Ладно, идем. Ну. Уже почти подхожу на работу к мужу. Тут недалеко, 2 минуты. Две, ну 5. Вон там он уже стоит. Ждет меня. Когда я ему обед принесу. Тут, говорит, жена не кормит. Нифига. Там он, видите, стоит. А, все болтается. Вон там стоит. Ждет. Ладно. Идем, идем, идем. Иди, как они тут ходят? Мне бы еще найти тропинку, как они ходят. А? Сам худей, мне худеть нельзя, вредно. Да? На, я тебе там кашу принесла и хлеб. Кашу? Ну, рисовую с мясом. Ребятки у меня сегодня уже погуляли, у Вани истерика. Так у холодильного гуляли? Да, не, с утра я их выгнала на улицу, дома прибралась, полы с хлоркой протерла опять. Машка это с Катькой заставила на верхней полке прибраться, они сегодня там идеально. Мам, смотри, канцелярия, говорит, здесь, игрушки здесь, это здесь. Все перебрали. Так что вот так. На работе, а вы говорите, не работает. У нас вот какой-то чистый. Новая мода, видите? У вас такой нету. Ладно, пошла я. Они сейчас как раз там кушают. У Вани истерика, он не хочет кушать. Ему на мультики. Он истерику прям закатывает. Не ест ни в какую. Я ему сказала, поешь туда и мультики включу. Ладно, давай иди ешь, я пошла. А то у меня там ребята заревут сейчас без меня. Все, отдала. Идем домой. Дальше сам. На территорию к ним заходить нельзя. Так что вот так вот. Ладно, иду домой, ребятишек. Сейчас Ваньку попробую накормить. А то он истерику закатывает. Он привык всегда, когда кушают, он мультики. Я ему включаю, он ест. За столом смотрит мультики. А сейчас у нас телевизор не работает. И он истерики меня стал закатывать. Без телевизора. Ой, провалилась. Ну ничего, в следующем месяце подключим. Ладно, идем домой. Кормить Ваню силком и укладывать спать. Всем хорошего дня. Пришла я уже домой и хотела показать, вот что я начала уже вышивать. Вот такое вот яичко уже голубенькое, Христос воскрес, начала уже вышивать. Попозже покажу. И что планирую еще девчонкам вышить. Я сначала хотела вот эти вот два набора вышить, но потом что-то передумала. И достала вот эти вот заготовки у меня деревянные есть. Вот такое вот яичко есть. Потом есть вот такое вот яичко. К ним только надо подобрать нитки и бисер. И вот такое яичко. И вот хочу их вышить. Видите, тут деревянная заготовка с подставочками. Все уже. Схема внутри все есть. Знай, только вышивай. Вот если они большие, превьюшки есть. Видите, тут просто вот эта вот штучка загибается. Так, и вот третье яичко. Видите, какие красивые. И вот эти вот сделаю тоже на подставочке. У меня есть деревянные подставки, тоже сделаю. Но вот в целом вот как-то так. Сейчас буду подбирать к этим наборам бисер и ниточки. Так, дорогие мои друзья, сходила в магазин. У меня закончился зеленый чай, поэтому купила. Здесь у нас он дорогой. Я всегда, по идее, беру фикс прайс. Но тут 43 или 46 рублей. Что такое стоит? Дальше взяла 2 литра молока. Деткам взяла
слоеные трубочки, я их просто обожаю. Также взяла горчичные сушки, ну и булку белого. Вот все в целом мои покупки. Сегодня папы дома нет, поэтому нам одной булки на всех пал не хватит. Ладно, пошла я, мне надо подобрать к процессу бисер и маленький спать улаживаем. У нас вечер, гости уже уехали, помылись, уехали. Ну, сегодня только двое человек было, дядя Саша, это у Владика дядя, и дочка его. Остальные у них все болеют, поэтому остальные никто не приехали. Муж уже пришел с работы, время 8-9 час, и я пошла в магазин, у нас совсем закончился сахар. Вроде недавно брала 5 килограмм, а уже закончился. Ну, я, видите, выпечку часто уже. Ладно, идем в магазин. Дорогие друзья, у нас время вечер, мы пришли уже после бани. Оксана, скажи, пожалуйста, что мы сейчас с тобой будем делать? Салат. Да. Как, по какому предмету тебе надо его сделать? По окружающему миру. Да, расскажи, из чего мы будем делать салат? Из огурца, из капусты, из лука. Да, и укропчик тут еще. Показываем, огурчик будет, пекинская капуста. И лук с укропом, чтобы сразу сказать, это им надо сделать кроку, но мы решили вот такой сделать салат, чтобы уж, ну что, Марат там ради чего-то, мы решили такой сделать, да? Угу. Что ты будешь резать? Угу. Огурчик. Все, приступаем к нарезанию. Так, дорогие мои друзья, ложечку дай, Оксаночка, маме. Мы уже с Оксаной все нашинковали. Наша задача теперь посолить. Посолим. Перемешаем и добавим майонез. И салатик будет готов. Да, Оксана? Сколько майонеза будем добавлять? На, добавляй. Добавляй, добавляй полную ложку. Чего так мало-то? Оксана, это мало. Это на салат. Это же ты не на суп добавляешь. Вот так. И теперь перемешивай аккуратненько. Держи тарелочку. Смотри. Держи руку. Ложку держи. Тихо. А то сейчас весь стол с тобой извозюкаем. Все, сейчас Оксана перемешает, и мы вам покажем, как вкуснятина получится.